Привет всем на канале Fallout TV, игра Fallout 4, и вот мы на поверхности. Выбрались из убежища 111. В самом деле красивый вид, несмотря на то, что это последствия после атомной бомбы. Скажем это так, коротко, ясно и понятно. Думаю, достаточно понятно. Теперь будем осматриваться. Искать все полезное, скажем так. Все, что нам может пригодиться. И будем выживать в этом наверняка опасном, суровом, интересном, увлекательном мире. Может, не столь увлекательным, но опасным и суровым. Надо же еще патроны. А так, кажется, больше ничего особо полезного здесь нет. Это то самое место, с которого наш главный герой отправлялся в убежище, и здесь бежали тогда мирные жители. Все те самые места уже после событий. Сейчас немного осмотримся и уже дальше пойдем по пункту назначения или указатель, как угодно, в принципе. Тот самый мостик, кстати говоря. Это у нас Сэнкчаури. Опять-таки те самые домики. И кого мы видим? Это робот. Котсворд. Давайте мы у него спросим, что же, по его мнению, случилось. Happened to the world? The world, sir? Well, besides our geranium still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much more exciting with you and Mrs. back. Where is your better heart? Что-то робот крайне непонятные речи произносит. Но жену-то убили. They killed her. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the lad with you? А сына-то похитили. Been kidnapped, but I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. Mm-hmm. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. Он правильно сказал, что 200 лет. Нужно вот уточнить. What? Так долго находиться в крясне? Довольно-таки удивительно. Тогда что же с Шоном? Неужели он живет 200 лет? Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Sir, it's been just horrible. Two centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house and the car. The car! How do you polish
Whoa, whoa. Focus, Cotsworth. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believe the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. Как же запись-то активировать? I believe it's a private message for you. My etiquette protocols would not permit me to play it for myself. Any standard holotape reading device should be able to play it back. Oh, like that Pip-Boy on your arm. That should work brilliantly. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. Ну мы просто давайте посмотрим район. Осмотримся здесь. Вот что осталось от дома. Бинго. Так, а тут у нас что? Ха-ха, оружейный верстак, а мастерская. Станция обслуживания брони. Верстак создания брони. Замечательно, приятно удивление. Мастерская. Позволяет строить, изменять и сносить ближайшие объекты и структуры. Замечательно. Мы можем что-то создать и что-то разрушить. Мебель, украшения, оборона. Сторожевой пост. Турель. Ловушка. Дерево, сталь. Ресурсы. Вода, пища. Разная. Угу. Станция сбора мусора. Колокол, сирена. Быстрое перемещение, интересно, а из пищи что? Мутафрукт. Да, прям новые возможности проявляются. Магазин, броня, оружие. Приносит доход пропорциональной численности населения. Необходимо иметь навык местный лидер. То есть в населенных пунктах мы сможем открывать свои магазины. Круто. В самом деле. И можно создавать различные верстаки. Да. Ну, верстак для оружия и брони это понятно. Станция обслуживания брони уже наверняка догадались, о какой броне идет речь. Интересно, в самом деле. Посмотрим, что и кто здесь может находиться. Как-то насекомых перебил, наверное, наш робот. Шпильки нужно, значит, чтобы открыть сейф. Сейчас поищем обязательно. Мы ведь и будем заниматься сейчас поиском полезных вещей, всего того, что нам может пригодиться. А пригодится нам может многое. Не так ли? Конечно, уже посмотрев в верстаке, что конкретно требуется, а вот и крышки. Хорошо. Посмотрев в верстаке, что конкретно требуется, и уже тогда
брать какие-либо конкретные вещи, а не так наугад, то будет проще. Сейчас не знаешь, нужно ли, не нужно ли патроны. Вот, а когда уже будем точно знать, что мы ищем, то сможем даже и прикинуть, где нам это искать. Да, прям совсем мало чего полезного есть здесь. Давайте пообщаемся с роботом. Come on, Codsworth. I need your help. Where can I go? Into the city. Concord is nearby, but the people there are as put together as I am. There's still people alive in Concord? Yes, although they're a bit rough. You remember the way? Just across the southern footbridge, out of the neighborhood, and past the Red Rocket Station? I shall remain here and secure the home. Что же? Codsworth остается здесь, возле домиков. Мы сейчас еще посмотрим в домах. Может, что-то упустили. Что-то не заметили и не взяли. То мы обязательно возьмем. И у нас появляются новые задачи. Новые приоритеты поиска и... Вот нашли и шпильку. Так, где-то был сейф. Кажется, в каком-то из этих зданий, помещений. Если радио, то здесь, да. Плохое содержание в сейфе. Замечательно. Не зря вскрыли сейф. Еще один домик я видел. Да, вот где-то там. Там даже не один получается. Сейчас посмотрим. Все брошено, как можно заметить. Многое разрушено. А кто-то мог тут готовить? Пока что мы ничего не можем. А, ну рад таракана поджарить. Пригодится на всякий случай. Стоп, напитки, супы. Ну, готовить можно. Хорошо. Посмотрим следующий дом.
А он завален. Тут мы, кажется, не были. Да, не были. Посмотрим, посмотрим. Терминал рабочий, оказывается. Сейчас мы посмотрим. Самодельная бомба. Еще один сейф. И поспешил. Сломав одну шпильку. Это плохие новости. Пока что у нас больше нет шпилек. А где-то бы их найти не помешало. Еще пистолет пригодится. No bobby pins. Посмотрим, что с терминалом обстоит. Как-то тут взламывать нужно будет. Если выбрали неверный пароль, на экране отобразится количество букв, совпадающих с правильным паролем. Ноль сходства. На 10 секунд заблокировался терминал. Из-за того, что неверные попытки взлома были. Сход 102. Одно сходство. Так, ладно. Два сходства. Странно. Не поддается взлому. Там ходит. Действительно, кто-то ходит. Все-таки активировали. Что здесь? Какие-то размышления, задачи. Сеть, Робко Индастрис. В общем, понятно. А продолжим мы в следующем видео. Большое всем спасибо за просмотр и до новых встреч.